только Кратос, призрак Спарты. Падший бог, проклятый смертный. Я не буду марать рук о муху, севшую назад Зевса, Гермес. Это слова труса, Кратос. Ты просто не можешь поймать меня, вот и не пытаешься. Кратос, и куда же ты путь держишь? Как дела у твоего семейства? Ах да, ты же собрался убить отца, Зевса. Ты не сможешь, никто не сможет. Кратос решил насмешить богов. Опять. Ничего не меняется, ничему-то он не учится. Кратос, глупец, убивший свое дитя. Кратос, глупец среди богов и смертных. Навсегда обречен. Навеки он проклят. Он жаждет только одной лишь мести. Спартанец идет по пути к позорной смерти. Ящик Пандоры. И как это понимать? Глаза не обманывают тебя, Кратос. Это тот же ящик, что был открыт много лет назад. Сила для убийства бога все еще сокрыта. Я выпустил эту силу, когда убил Ареса. Нет. В этом ящике скрыта еще большая сила. Она спрятана от мира. Все началось, когда Зевс победил титанов в Великой войне. Зевс понимал, что бедствия, порожденные этой битвой, если дать им волю, способны разрушить мир людей и богов. Чтобы спасти мир от бедствий, Зевс повелел Гефесту создать для них прочное хранилище. Страх, жадность, ненависть. Он заключил их в ящик, надеясь, что они никогда не омрачат его царствие. Когда ты открыл ящик, чтобы сразить Ареса, запретная сила вырвалась наружу. Узрев твою победу, Зевс был охвачен страхом. Но пламя смертельно. Как я смогу достать ящик? С помощью той, чье имя он носит. Пандора? Она ключ к пламени Олимпа. Ключ к нашей мести. Это будет не просто спартанец. Мне несложно справиться с девчонкой, Афина. Надеюсь, это так, призрак Спарты.
Может быть, ты и силен, но вот скорости тебе не хватает. Ты был удачлив в битвах, спартанец. На сегодня удачи не с тобой! Почему ты решил, что сумеешь меня поймать? Так медленно. Олимп наделил меня молниеносной скоростью, смертный. Я больше не могу. Разве не весело? Неплохо, спартанец, но не слишком хорошо. Ленивый смертный. Ah!
Кратос. Ты почти у цели. Двигаешься медленно, как и соображаешь. Давай же, Кратос! Смертный не может одолеть меня. Ты меня не поймаешь. Мне надоела эта игра, спартанец. Я
думал, спартанцы сражаются честно. А ты хочешь убить меня, когда я даже не могу защитить себя? Нечестно! Но у тебя ведь свои понятия о чести. Правда, Кратос? И что принесла тебе твоя честь? Ничего, кроме ужаса перед поражением. Сегодня ты одержишь надо мной победу. Но потом, Кратос, окажется, что ты предал лишь самого себя. Они дадут тебе невероятную скорость.
Браво! Браво! Вот и явился наш герой. Аплодисменты очередному ублюдку Зевса. Явился как раз к последнему акту. Гера. Ужасно выглядишь. Все еще ищешь способ убить моего мужа? Ты знаешь, что я хочу отомстить Зевсу. Не могу тебя за это винить. С тех пор, как ты убил моего сына Ареса, Зевса снедает страх перед тобой. Его страх пройдет, когда я убью его. Выпьем же за это. Гера, я ищу деву Пандору. Пандору? Эту маленькую тварь, которую создал мой сын Гефест? Нет, этого я не могу допустить, дорогой. Убить его. Здравствуй, брат. Между нами ведь нет обид, Геракл. Неужели? Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову, брат. У Зевса нет любимцев. Подумай сам, брат. Пока я расчищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Тебе мало? Слушай еще. Когда тебя сделали богом войны, меня отправили искать яблоки. Назвали это подвигами. Ха! Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий воин, убийца, ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз, брат, на этот раз я одержу победу. Считай это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Это мы еще посмотрим. Еще раз!